Дорогие друзья, тайры идн, шалом алейхем. Если по обстоятельствам жизни у нас есть враг, ненавистник, который нас не любит, как надо к нему относиться? Например, человек, который мы уволили с работы, бывший партнер, с которого мы расстались, у нас все получается, а у него нет, а его зависти перешло в ненависть. Разные причины могут быть. Царь Шломо, самый умный человек, говорит, что никогда нельзя оставлять врага голодным. Всегда надо дать ему хлеб, чтобы он был сыт, потому что если он потеряет полностью надежда, если у него будет отчаянность полная, он может стать очень опасным для нас и очень вредным. Надо всегда оставить мост и связи с любого человека, даже если он является наш враг. В нашей главе недели говорится о том, что если мы увидели осла, который принадлежит врага нашего, и перед нашими глазами видим ситуацию, что осел лежит, и сам хозяин не может его поднять, он носил груз, мы обязаны помочь поднять осла и помочь нашего врага. И спрашивается вопрос, если он наш враг, он нас ненавидит, почему мы должны ему помочь? А Тора говорит нам, что мы обязаны помочь такого человека в нашей главе Мишпатим, который мы читаем. Но причина, потому что какой бы ни был бы человек, надо всегда все равно помочь ему. И именно потому что мы увидели эту ситуацию, где он находится, это дается нам возможности показать ему, что мы все равно рады ему помочь, что мы не хотим терять связи с ним, потому что если он враг, и он потеряет надежду, и останется в очень тяжелой ситуации, он может стать проблемой для нас. Это простое объяснение, что никогда нельзя оставить врага голодного. Надо всегда быть уверенным, что у него есть, что пить, что он может обеспечить свою семью. И это понятно. Есть глубже причина. Если есть человек, который находился рядом с нами, и ему плохо, и поэтому он стал враг, его уволили с работы. Он работал с нами раньше, мы не могли с ним работать, и он ушел по другим делам, и думал, что у него получится, у него не получилось. Если ему плохо, нам тоже плохо. Потому что если судьба привела его к нам когда-то, и он находился рядом с нами, есть в этом духовная причина. Это значит, что мы вместе с ними, мы связаны между собой. И мы не можем позволить себе ситуацию, что у него нету ничего, а у нас есть много. В конце концов, мы тоже будем чувствовать, что нам тоже не хватает. Получается, что кроме того, что это опасно, оставить человек, который является наш враг, даже если это не основано, что он не прав, но он все равно враг наш, ненавистник, что это опасно оставить его без надежности, и надо строить с ним мосты и связи, и обеспечить его минимум, основа, которую надо для жизни. В духовном смысле, если ему не хватает, мы тоже будем чувствовать, что нам не хватает. Потому что это не случайно, что он оказался рядом с нами, и так как наша судьба, она вместе, в конце концов, нам важно, что у него тоже было все хорошо. И это то, что учит нас, наша глава недели. Он твой враг, это правда, что он враг. Но то, что он оказался в такой ситуации рядом с нами, это знак, что дается нам возможности показать ему, что на самом деле он и враг. И когда у нас есть возможность помочь ему, поднять его в тяжелый момент, мы это делаем с большой радостью. И это поможет, что он перестал быть врагом. Seid gesund, a guten Shabbos и хороший, счастливый месяц Адар.
Сегодня начинается месяц Адар, это Рош Ходеш Адар, первые два дня, пятница и суббота, два дня Рош Ходеш. Известно, что в этот месяц у евреев много мазл и много радости. Желаю нам большой веселья, большой радости. Не надо ждать до Пурима, а надо уже веселиться и радоваться и приблизить прихода Машиаха. Seid gesund!